Всем привет! Сегодня 8 апреля 2015 года. Среда пришла. И отпуск почти закончился. Ёлки-палки. Одно деление зарядки осталось, а. Флешка только что глюканула, представляете, а? Только зарезали овцу. Я это все заснял, и тут на тебе. Начали уже обдирать ее, а она глюканула. Зараза. Время 1:30 уже. Так, в общем, мы зарезали овцу, ободрали ее, порубали, поделили. И уже тут проходит этот, ну, как он называется? Разделка. Разделка по кусочкам. Да, это задняя нога. Вон уже ребра. Ребра уже сделаны. Все четко, продолжаем работать дальше. Сегодня у нас не Благовещение, работать можно. Надеваем галошики. Выходим на улицу. Так, значит, план действий какой? Есть тут, значит, орех. Купил я его в пятницу. Базарный день у нас был. Это такой однолетний орех. Вот, и посадить его надо на место старой сливы, которая, в общем, погибла смертью храбрых. Остатки выкорчевать и на ее месте посадить орех. А вот это я на днях, наверное, позавчера, по-моему, когда-то делали огород. Здесь был порожек когда-то давным-давно. Я его разобрал, вывез половинки красного кирпича, ну и более-менее нормальный красный кирпич, вытащил, и надо его перенести вот сюда. Здесь будем складировать. Мама будет продолжать обустройство Красной площади. Да, эта площадь не зря называется красненькой, потому что она вся красная. Вот. Ну, огород догородим скоро. Да, посмотрим, что творится на улице. Ну, как-то на улице не особо интересно. Дик! 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 Понюхаешь камеру. Ой-ой-ой. Не надо нюхать. Так, ставим камеру и начинаем работать. Камеру поставим на табуретку. Вот сюда. И поставим на кирпичик. Так. 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 Стоит, все видно. Ну, вроде видно. Приступаем трудиться. Всем привет! Сегодня у нас 8 апреля 2013 года. День недели понедельник. Истинный понедельник. В
всем понедельникам понедельник, однозначно. Всем привет, меня зовут Ярмоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 8 апреля 2014 года, день недели вторник,